Ознакомиться с порядком предоставления субсидий можно на сайте ФНС России налог.ру. На специальной промо-странице «Ваш бизнес пострадал? Получите субсидию от государства». Первым и основным шагом для получения субсидий является проверка на соответствие необходимым критериям. Если по результатам этой проверки вы являетесь получателем субсидии, то вам необходимо заполнить заявление по специальной форме. Наиболее удобным и быстрым способом заполнения и подачи заявлений является личный кабинет юридического лица и индивидуального предпринимателя. На сегодняшний день налогоплательщиками региона уже подано более 1000 заявлений на выплаты. Во избежание получения отказа в предоставлении субсидий рекомендуем налогоплательщикам в обязательном порядке проверить себя на соответствие установленным критериям, заполнять заявление, пользуясь личным кабинетом юридического лица или индивидуального предпринимателя, и перед отправкой внимательно проверить правильность и полноту заполнения всех необходимых реквизитов.